Значит, я много лет знаю Вахитова, Салавата. Заварить такую историю, как сделать кино, очень трудный процесс, очень. И если я вдруг тебе скажу, про что это, то я не скажу, потому что я еще храню в себе этот секрет. Потому что мы все знаем с вами, что надо кино снимать, деньги нужны. Поэтому мы будем доставать, просить, умолять и так далее. Но я думаю и говорю это достаточно убежденно, что очень важно наше желание. Если это в нас болит, если это проблема, то мы добьемся, говорю честно. Люди заинтересованы буквально. И здесь ответственность, конечно же, на режиссере. Я его все-таки знаю и могу так или иначе все-таки ручаться за него. И по образу мысли, и по таланту, я думаю, может получиться очень интересная история. Очень интересная история, история заблудшей овцы. Мы очень часто в жизни промахиваем это. Что, вот, кажется, это такая простая вроде бы истина, которую сказал Иисус. Если у вас будет 100 овец, одна потеряется, неужели вы не бросите все стадо и не пойдете за заблудшей овцой? А это мысль ключевая в современном, сегодняшнем мире. Если бы мы по этой, ну, грубо говоря, инструкции жили, ну, наверное, наша жизнь какая-то была бы другая. Аллаху акбар. Аллаху алейка бихим. Дорогой мой зритель, история заблудшей овечки – это история очень простая. Это фильм небольшой, но именно этот фильм мы должны сейчас снять, чтобы он стал пилотом уже большого фильма, частью которого он является, фильма «Воскресенье». С этим пилотом, с фильмом «История заблудшей овечки», который мы вместе с вами снимем вот уже в ближайшее время, в октябре месяце, я смогу вылететь в Нью-Йорк и встретиться с Робертом Де Ниро. И моя задача не просто предложить ему главную роль в большом фильме «Воскресенье». Я хочу предложить Роберту Де Ниро сопродюсировать наш фильм, потому что мало кто знает о том, что многие годы Де Ниро является продюсером. У него есть своя студия, и он даже организовал свой Нью-Йоркский кинофестиваль. Надеюсь, что вы станете нашими единомышленниками, и мы вместе сделаем этот наш народный фильм. И мы сможем потом вместе его посмотреть, обсудить. Но то, что услышал, мне дико нравится. По-моему, это имеет место быть в той ситуации, когда мы сами должны помогать друг другу понимать этот мир. Ни чиновники нам не помогут, а только мы сами. И, по-моему, этот проект достоин того, чтобы он стал действительно народным. Потому что есть все нравственные вещи, которые в ней заложены, есть интересный сюжет, так что должно получиться. Спасибо. Дорогие друзья, обращаюсь к вам, потому что идея народного кино мне очень нравится, потому что это, с одной стороны, альтернатива, а может быть, это не альтернатива, а нормальная составляющая, производственная окажется. Вот, потому что мы все нуждаемся в взаимопомощи, взаимовыручке, взаимоподдержке, взаимочувствии, взаимопонимании. Если это в нас болит, если это проблема, то мы добьемся, говорю честно.
А я вам говорю абсолютно честно, что этот зуд у меня есть. Поэтому я думаю, что мы это сделаем. Давайте поддержим этот фильм и еще раз докажем, что мы вместе. Поэтому мы очень рассчитываем, надеемся. До скорой встречи в просмотровом зале.